Вышел за грибами. Первые грибы. Этих хвичей здесь много. Вон. Маленькие-маленькие. Много-много. Так что мне сегодня удача улыбнется. Ну, в принципе, она все меня улыбается. Без грибов не остаюсь. Чтобы так сразу. Ну ладно, буду собирать. Не успел достать фотоаппарат. Пришел. На мной летала сова. Видимо, старая какая-то. Очень низко. Круга три, наверное, мы сделали и улетела. Низко-низко улетело ближайшее болото. Зачем-то. Может, старый фильм, не знаю. Какой-то серый, какой-то коричневый был. Какой мини-водопадик. Идет. Вот и подберезовички пошли. Ой, подосиновики, точнее, красногиловочки. Три штуки сразу. Крупные такие, знаете, маленькие. Ой, запыхался. Жесткие. Хорошие. Кругом грибы. Такие плотные. И не червивые, главное. Дождь прошел. Тепло на улице. Еще до своего места не дошел, а уже полпакетика грибов набрал. Немножко маховичков. Потом подосиновики подаются. Маленькие, крупные, я уже говорил. Вот сыроежка. Сыроежки тоже буду брать. Специально у меня есть для них емкость. Сыроежечка. Сыроежка попалась червивой. Брать я не буду. Пойду дальше. Такие крокотульки, это белые подберезовики. Мне очень нравится такие собирать. Необычные грибы. Вот себе. Некоторые путают их с белыми. С боровичками. Но это все-таки не боровики. Это подберезовички. Так. Смотрите, какая красота. Вот опять гриб. Их просто полно. Подберезовик. Брать, не брать. Сыроежка. Я, в принципе, беру все, которые не крупные. Так. Интересно. Такой брать не буду. Ворона. Я читал, что вороны это естественные квадрокоптеры, природные квадрокоптеры для вороны, для волков. Они, когда находят добычу, зовут волков и вместе делят падаль, которую нашли, потому что вороны не могут проклевать кожу зверя и вместе с волками едят. Плюс они, ага, тут же что было. Плюс они сигнализируют, что кто-то идет. Вот такие птицы. Дружба с волками у них такая. Не знаю, сколько это правда, но бывает, часто идешь, и далеко-далеко вороны начинают как-то очень активно каркать. Или вороны. Вороны, скорее всего. Вороны-то, мне кажется, прогрызут все, что угодно. Проклюют, точнее. Такая история. По-моему, неплохая, не знаю. Сколько это научный факт? Мне кажется, это правда. Потому что там даже фотография прикладывалась. О, маховичков сколько. С воронами. Ого! Я пошел их собирать. С воронами прикладывалась фотография, где они вместе с волками поедают добычу. А тут их немерено. Ладно, кучка. За меньше, чем за минуту вот. Насобирал. Уже шляпки одни брал. И сыроежки. Немножко. Дождик зарядил. И тебе поэтому не взял, что обещали дождь. Потом ухожу один здесь. Дождик пошел. Намочил меня целиком практически.
Ну, подберезок немного, но в основном эти маховики. Вот маховиков полно. Так, а там что у нас? Повернул камеру и наметил гриб. Что у нас тут? Ну, вот и зимовичек. Кстати, ни одного червивого не попалось. Хороший червивый топорик. Ну, чернику я пока собирать не буду, собрал чисто. Она не совсем еще дошедшая. Это через неделю. Да, через неделю я пойду уже конкретно за черникой. Неделю через три уже за брусникой. Надо все делать вовремя. Не собирать зеленые, как многие делают. Зачем? Даже чернику собирать зеленую. Никуда не годится. Спогодилась погодка. Такие старые грибы здесь. Ну, я не сказал бы, что их как бы море грибов, их много, но они еще только начинают. Обычно за это время и вид затарился. Пока набрал полкороба, они почему-то вначале много. Ходишь дальше в лес, там их все меньше и меньше. Но я думаю, тоже через несколько дней. Сейчас дождик прошел, этот, солнце вышло. Ей будет много. Урожайный год в этом году. Ягоды, грибов. Медведи будут не злые. Это хорошо. Уже иду в сторону дома. Потому что у меня сегодня дел много. Это я по-быстренькому так смотался. Красивая облачка. Сегодня обещали грозу. Дождь грозой. Днем. Что-то пока не видно, но надеюсь не будет. Мне очень охота мокнуть опять. И красавца. Вот это сопка. Вон там город. Недалеко. Как-то здесь насобирал. Ну, может, за час полностью затарился. Это именно на склоне. Здесь почему-то очень много грибов. Хотя близко от города. Грибы, кругом грибы. Да, грибов в этом году будет много. Все, выхожу из леса, 500 метров осталось где-то. Фух, короче, грибов очень много. Только собирать, когда место найдешь. Почему-то, вот, как я говорил дальше, там грибов мало. Вот здесь, далеко, склон такой. Там просто подосиновиков немерено. Вроде говорится. Косой кости. Ну, и время ограничено, поэтому не стал там особо задерживаться. Можно было еще пособирать. Ну, завтра или послезавтра приду. Обязательно. Сейчас мало ничего надергаю. Так что не тратите время зря, не сидите дома на выходных, а идите в лес. Это полезно и приятно. Вот, все. Мне осталось пройти тот лесочек небольшой. Болото и все. Несколько ручьев, я на месте. Такая у нас красивая природа здесь. Ну, кто здесь не бывал, то вряд ли это поймет. Но я думаю, вряд ли кто из живущих в Мурманске не был на природе. Довольно было странно, очень странно.